Антонио! 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 А! Паш, что? Ой, Мария, что? Скажи мне что-нибудь на ночь. А, спи. Ну, Антонио, ну ты просто отделался от меня. Скажи хотя бы два слова. Спи, Мария. Ну да нет, ну пожелай мне что-нибудь. Я желаю тебе уснуть. Немедленно. Антонио, ты не понял? Или делаешь вид, что не понял? Назови меня каким-нибудь ласковым словом. Ой, ну каким? Ну, кнопочка или ласточка. Ну, короче, зверьком или предметиком. Да. Крыса и тумба. Спи. Антонио, ты что, издеваешься? Я назвал тебя животным и предметом. Что тебе еще нужно? Ну, пожелаешь, чтобы мне что-нибудь приснилось. Я желаю, чтобы тебе что-нибудь приснилось. Все? Нет, Антонио, так не желают. Ну, попробуй пожелать еще раз. Так. Все, ты меня разбудила. Ой, что ж делать? О, я придумал. Неси сюда текилу. Я буду пить и желать тебе целую ночь что-нибудь. А ты, Мария, попробуешь заснуть. Ну, да, ну, давай тащи, ну, я сказал. Тащи! А ты шкафы, побежала. Побежала.